Ну а в Петербург прилетела британская певица Софи Элис Бэкстер. Очень даже кстати, например, на ее концерте, наверное, будет очень даже тепло. Артистка собирается принять участие в шоу «Фавориты Луны. Поцелуй» в Ленинград-центре. В Пулково ее встречал мой коллега, ну и поклонник, наверное, Владимир Орлов. Дело в том, что, наверное, все-таки София никого не предупреждала, своих поклонников, о том, что она прилетает в северную столицу. Ну, по крайней мере, пока не предупреждала, поэтому фанатов не было. Мы, наверное, практически единственные, кто встречали Софию. Ну, в хорошем она настроении была, сказала, что без проблем, долетела хорошо. Единственное, только вот северная столица встретила ее не самой хорошей погодой. В это время пошел небольшой дождь. Но я думаю, что не особо расстроила Софи из-за этого, тем более, что она уже не первый раз прилетает в Санкт-Петербург. Я думаю, что никакими дождями ее не удивишь. На этот раз она действительно выступит на сцене российского шоу-пространства «Ленинград-центр». Ей отведена одна из ключевых ролей в нашумевшем уже шоу, которое называется «Фавориты Луны. Поцелуй». Ну, если коротко, это такое музыкальное шоу о влюбленной паре в мире фантазии. Так что я думаю, что интересно будет посмотреть и поклонникам «Ленинград-центра», и поклонникам британской поп-звезды прийти на вот это шоу. Ну и сама, конечно, София нам тоже поподробнее рассказала о своих планах в Санкт-Петербурге. Конечно, я постараюсь посмотреть город. Думаю, что у меня это получится. У меня не так много времени, но я посмотрю столько, сколько смогу. Это мой не первый визит в Санкт-Петербург, и это один из моих любимых городов. Плюс на этот раз меня пригласили сыграть в театральной постановке в Лен-центре. Думаю, это будет хорошее путешествие. Если будет время, обязательно Софи погуляет по северной столице, как сказала сама певица. Санкт-Петербург — город красивый, конечно, нельзя упускать такой возможности. В Петербурге шоу с участием британской звезды Софи Элис Бэкстер проходит всего один раз, поэтому неудивительно, что в зале практически нет свободных мест. Для Софи это первый театральный опыт. До этого она принимала участие только в британском телевизионном танцевальном шоу. «Фавориты Луны. Поцелуй» — это шоу о любви в постановке Феликса Михайлова. Это и, можно сказать, музыкальное, конечно, шоу о приключениях влюбленных в мире фантазий. Софии отведена одна из ключевых ролей. Софи, кстати, понравилось выступать перед публикой. Кстати, она уже не первый раз приезжает в Россию, в Санкт-Петербург, и даже знает несколько слов на русском языке. I can say, меня зовут София. Спасибо. На здоровье. Бустеров. С Новым годом, с днем рождения. Свое. Софи проведет в Петербурге несколько дней. Помимо участия в шоу, она постарается еще и погулять по северной столице, как сказала сама певица. Петербург – город красивый, и, конечно, нельзя упускать такой возможности. Владимир Орлов, Антон Слукин, Live 78.